узнал, то в костюме Горбуна из Нотр-Дам-де-Пари именно Наталья Гулькина. Да, ее, конечно, в таком гриме узнать очень сложно, и она сейчас попробует свои силы. Ну, вообще, правильнее говорить, в игре на колоколах, потому что, по сути, колокол ведь это и музыкальный инструмент. Еще в прошлый раз мы выяснили, что для того, чтобы играть вот на таких колоколах со специальной колотушкой, нужна, в общем, еще и физическая сила, потому что эта колотушка, она нелегкая. Немножко, где раскачивают сам колокол, а где язык колокола.